Итак, сегодня мы с вами напишем вот такую вот клубничку яркую. Я уже подготовила карандашный рисунок. Расскажу секрет этого ровного круга. Это вот такая вот тарелочка. Я ее просто обвела. Вот. У нас будет такой достаточно быстрый скетч. Небольшой этюд, поэтому без каких-либо построений, просто обвела тарелку и все для быстроты. Так, сейчас я возьму маскирующую жидкость. У меня вот такая вот PBO и резиновой кистью буду наносить блики и контуры. Контуры я хочу нанести для того, чтобы рисунок не слился. Так, начну вот с таких небольших бликов вокруг точечек. Так, постарайтесь не густо делать, чтобы побыстрее высохло, ну, либо феном можно будет подсушить. И вот эти вот сами светлые точки тоже можно, даже не можно, а нужно проставить. Вершинкой расставляем и, как я уже сказала, я еще буду делать местами контуры. Потом покажу, для чего я их делаю. Писать буду по мокрому. И очень быстро. То есть это такой, ну, прям скетч-скетч. Не такая длительная работа. Постарайтесь, чтобы контуры были, во-первых, не везде, во-вторых, чтобы они были такие разные. Не чтобы так по-детски было ровно-ровно везде обведено. И саму линию постарайтесь тоже делать, ну, покрасивее. Так. Не везде я буду делать контуры, но в основном обведу. Дальше я буду по-мокрому заливать акварелью, и чтобы это все не слилось, собственно, как раз и будут эти контуры. Работа будет такая достаточно декоративная, легкая, акварельная, расслабляющая. Вот. И главное, вот, ну, проследите, чтобы вот здесь вот был контур, чтобы читалось вот здесь вот на пересечении, чтобы читалась наша клубничка. Так. Постарайтесь, чтобы не были точки прям совсем жирными, такие, как на клубнике, и не ставьте их прям по всей клубнике, так выборочно достаточно.
такие, можно не совсем круглые, да, такие контуры, не совсем ровные эти контуры. Тогда работа будет смотреться более выразительно, чем если будут ягоды прямо ровные-ровные и обведены такими равномерными червяками. И не обязательно ваша обводка должна прям четко совпадать с карандашным рисунком. Вообще, я в принципе никогда не делала карандашный рисунок, а сейчас я его сделала именно из-за того, что маскировкой пользуюсь, да, ну, чтобы было понятно вообще, в каком месте ее наносить. Особенно вот внешний контур обведите обязательно. После того, как полностью обвели, надо дождаться, пока до конца маскирующая жидкость высохнет. Только после этого начинать мочить лист. Если нет времени ждать, то можно, конечно же, высушить феном. Если не хотите, ну, вот именно так обводкой пользоваться, то можно, конечно же, не пользоваться и буквально обвести только точки и блики. И у ягод, да, в каких-то там в некоторых местах есть вот прям такие блики, не только точки. Их можно как раз сохранить, именно введя маскирующей жидкостью. И кисть мне не придется выкидывать после использования, да, как бывает с ворсовыми кистями, потому что просто маскировка снимается пленкой с такой резиновой кисти. Такой достаточно монотонный процесс. Ну, главное, как я уже сказала, не увлечься и не обвести все детскими змейками. Кто еще особенно редко работает с маскирующей жидкостью, может быть непривычно, и можно попробовать с того, чтобы начать на каком-то черновом листе потренироваться. Если вы часто пользуетесь маскирующей жидкостью, то этого не надо делать. Такой у меня тут яркая очень точка получилась. Не ставьте точки прямо на всех-всех ягодах, потому что это опять-таки тоже будет очень по-детски смотреться. И больше присматривайтесь, потому что местами кажется, где... Ну, то есть можно перепутать карандаш с маскирующей жидкостью. Они и карандаш, и маскирующая жидкость серые. Вообще такая очень удобная техника для скетчей, когда задается контур маскирующей жидкостью, а потом можно прямо на акварели расслабиться. Не забываем блики, да, местами вокруг точечек. Такие.
Если где-то вы сделали какое-то пятно маскирующей жидкостью, которое не хотели, да, вы запоминаете, где оно, и оно высыхает, и вы его убираете. Главное не забыть о нем, что вы здесь не хотели закрывать маскирующей жидкостью, и все. Так, ну, я думаю, что у меня все готово. А теперь жду, пока высохнет, и приступаю к работе.